Для хорошего, вкусного и большого урожая необходимо подобрать правильные удобрения. Их на межрегиональной выставке представлено множество, но одно стабильно собирало у своего стенда больше всего посетителей. Почему из года в год люди отдают предпочтение биогумусу «Биоэксперт» в нашем репортаже? Сделать овощи вкусными и полезными. Универсальное органическое удобрение от компании «Биоэксперт» состоит из переработанного калифорнийскими червями навоза, а значит, полностью экологичное, ни грамма химии. За это его и полюбили фермеры и огородники. Очень эффективный препарат, биологический, химии тут нету, и урожай очень получаем замечательный. И по листьям, и корневую подкормку можно делать. Плоды созревают быстрее, повышается урожайность и иммунитет растений. Стоит добавить немного биогумуса в грунт, и через пару месяцев глаз будут радовать сочные, увесистые томаты. В этом году компания представила новинку для фермеров и сельхозпредприятий – жидкое органическое удобрение из биогумуса для листовой подкормки. Расход всего 1,5 литра на целый гектар. Проводили в прошлом году полевые испытания, получили прибавку урожайности на поле. По картошке сорт «Гала» 5 центнеров с гектара прибавка по сравнению с контролем. По зерновым получили прибавку по яровой пшенице 4 центнера с гектара. Мы ничем нашу продукцию не разбавляем для удешевления продукции. Мы следим за качеством. Поэтому вот у нас с 2019 года, как мы начали ее производить, традиционно высокое качество. Получили сертификат соответствия ГОСТу нашей продукции, это по сухому биогумусу. Получили научный отчет о полевых испытаниях по сухому биогумусу, который говорит о том, что наша продукция прибавляет урожайность от 23 до 30%. Удобрения КФХ «Грацелев» заказывают в Мариэл, Нижнем Новгороде и Татарстане. За счет высокого качества биогумус нашел спрос и за границей. Совсем скоро его начнут поставлять в Тайвань. Пользуюсь, очень нравится. И для рассады хорошо, и для растений, потому что оно экологически чистое. Найти универсальное решение для своего урожая можно на межрегиональной выставке картофеля в торгово-развлекательном центре «Каскад» – 30-й стенд. А в любое другое время биогумус «Биоэксперт» можно заказать на Wildberries. Лей на грядки для овощной зарядки! Анна Центовская, Павел Рядков. Республика.